Обрезала я свои замиокулькасы, посадила вот так вот в стаканчики, буду размножать. Посмотрела очень много, почитала, как их тоже размножать. В общем, по весне уже буду покупать какую-то подпитку. Пускай сидят. И не захотелось мне просто выкидывать. Он у меня как бы там обломался немножечко. И вот посадила в такую, вырезала из бутылки. У меня сегодня день винегрета. Достала я. Посмотрите, какая классная миска. Так она мне нравится. Она большая, она хорошая. Она с крышкой. Причем очень удобно в холодильнике. Да, поставил сверху. Еще что-то можно поставить. Прекрасно мешается. Я теперь ее оставлю. Она подходит для выпечки, но я ее именно оставлю вот под салаты. Очень удобно. В принципе, классно. У меня сегодня день винегрета, поэтому я достала винегрет. Сейчас хочу поставить чайник. Сделать себе чай улун. Я была сегодня на рынке. Чисто так, проходом. Посмотрела. Сейчас вам все расскажу. Только чайничек поставлю. Не планировала идти на рынок. Так просто вышло, так получилось. А что я туда на рынок пошла? В общем, пошла, чтобы поменять билетики. Взяла опять на ближайшие выходные билетики. Сейчас расскажу, какие. Будем играть. Смотрите, у меня целых три. И еще одна моменталочка. Я вам уже рассказывала, что... А, чайник ставлю. Я вам уже рассказывала, что я выиграла, и поэтому мне удалось взять такие билетики. Моменталочку я поменяла на моменталочку, вот на такую опять. Потом я взяла в этот раз золотую подкову. У меня был выигрыш чуть больше 300 рублей. В общем, я взяла золотую подкову, буду пытать удачу. Ничего страшного, надеюсь, мне когда-нибудь тоже повезет. Но не в этом счастье, не в деньгах. Счастье, главное, хорошее настроение. Поэтому я взяла золотую подкову, как раз тираж ко дню всех влюбленных, представляете? Так что буду смотреть, это ближайшие тиражи. Взяла одно бинго, и все же решила попытать удачу в русском лото. Путешествие по 300 тысяч, может быть, выиграю. Так что вот так. Обязательно вам расскажу, выиграла ли я или не выиграла. Ну а моменталочку давайте сейчас сотрем вместе. Давайте сотрем вместе и посмотрим. Я сейчас буду ее стирать вот на этой, на салфеточке. Давайте стирать моменталочку. Так, магия звезд. А где же она стирается? Суперприз. О-о-о! Я уже выиграла! Я уже выиграла! 30 рублей опять выиграла. Так что я обязательно пойду и возьму еще одну моменталочку. Я тут смотрела передачу. Ну, когда смотрю сейчас вот это утром передачу, вот эту, да, с лотерейными билетами. И там одна девушка выиграла 2 миллиона как раз в моменталку. Представляете? Так, и забрала заказ. Пришли мои вот эти гелевые ручки. Три штучки я еще заказывала. Это Малевич. Забежала в Валберис тоже. Почему забежала в Валберис? Девчонки, пошла за огурцами. Представляете? Пошла за огурцами, а их в КБ нет. Пришлось идти в другой КБ. Купила Кубань продукт. Я вам сказала, что куплю еще одну баночку. В общем, классная. В одном КБ все разобрали. 104 рубля. Вкусные, хорошие Кубань продукт. Прям вот и уксуса в меру, и все в меру. И на салатики пойдут, и так в прикусочку пойдут. Так, еще взяла туалетную бумагу. Туалетную бумагу вот такую тоже. В одном КБ у нас есть, в другом КБ нету. 69 рублей. Сейчас я вам еще покажу. Хочу сказать вам огромное-огромное спасибо. Ой, моя зелень. Ой. Моя зелень. На рынке купила зелень. Сейчас все вам покажу, что купила еще на рынке. Так. Я, знаете что? Спасибо всем за вчерашний эфир. Хочется почаще давать мне трансляции. Я надеюсь, что так и будет. По мере возможности я буду их давать. Купила еще в КБ хлеб такой зерновой. В КБ он дороже, чем в Чижике.
Но мне в Чижик пока не надо. Я все же хожу в Чижик, когда мне что-то нужно именно купить побольше, да, в общем, закупиться для дома. Так зачем-то одним за хлебом туда особо не походишь. Он так немножко далеко. Так, дальше на рынке купила вот такой чудесный хлеб, батон дарницкий, обалденный просто, я его обожаю сейчас с винегретом, хотя я ем все без хлеба, но вот этот хлеб шикарный, хочу сейчас бутерброды просто сделать, я вам покажу с чем. Что еще взяла? Спасибо за вчерашний... что-то у меня тут упало. Спасибо за вчерашний эфир. Спасибо за вчерашний эфир огромное. Спасибо за донаты. Я сегодня-то что пошла, думаю, билеты разменяю. И зашла как раз в Красную Икру. Купила рыбы. Теперь мне хватит снять несколько рецептов. Купила еще кое-что на рынке. Сейчас вам все покажу. Спасибо, девчонки, огромное за донаты. Будет 4 потрясающих, я надеюсь, видео с рыбой. Ну и покажу сейчас еще, что купила. И купила вот такой минтай. Это в красной рыбе. Вот, сахалин рыба, красная икра. Как у всех может по-разному называться этот магазин. В общем, сахалин рыба, красная икра. Купила минтай. Минтай у нас там по 185 рублей килограмм. Посмотрите, какие огромные, большие тушки. Что хочу сделать? Как раз мне, в принципе, хватит на пару рецептов. Это получается у нас тут где-то рыбок 5. Ну, здесь у меня получилось кило 700, почти кило 800. Поэтому, в общем, минтай у меня пойдет на пару видео. Я его сейчас почищу, отрежу вот эти хвостики, плавники. Он без головы. В общем, помою. Вот, поэтому... Минтай дальневосточный, без головы, свежемороженый. Вот, мне на несколько рецептиков хватит. Так что вот это на съемке. Дальше на съемке я хочу еще сделать хороший рецепт. Взяла филе минтая. Оно у нас раньше стоило 189 вроде рублей. Сейчас стоит 205. Я его даже не буду замораживать. Вот этот минтай пока заморожу. Потом я его разделаю, будем с вами снимать прекрасные рецепты. Я покажу вам, что вкусное я готовлю из такой недорогой рыбы, потому что за 185 рублей килограмм минтая, ну, это прям бесплатно. Вот это стоит 400 грамм филе без кожи, стоит 205 рублей, но я тоже планирую снять замечательный рецепт, тоже вам показать. Мне как раз хватит, тут немножко, в принципе, на рецепт вот нормально, поэтому сниму, покажу вам, получается, вот с этой рыбы, что я взяла, я смогу снять 3 шикарных рецепта, ну, по крайней мере, планирую на 3 шикарных рецепта. Дальше, что я взяла? Еще я на рынке взяла шею, вот такую. Шея у нас на рынке, это шея индейки. Тоже планирую из нее снять рецепт, очень вкусный. Поэтому подписывайтесь на канал, я думаю, вам будет интересно. Шея у нас 189 рублей. В общем, на 200 рублей мне вот эти две шеи, но они такие небольшие в этот раз. То бывает прям огромные у нас, либо наоборот очень маленькие. Они небольшие, я ее тоже не буду замораживать. Покажу вам тоже очень вкусный рецепт, который можно снять из этой шеи индейки. Поэтому подписывайтесь на канал, все рецептики вы увидите. Как можно вкусно приготовить и минтай. Минтай очень вкусная рыбка, белая рыба, нежирная рыба. Ее очень полезно есть даже на правильном питании. Шеи индейки тоже очень полезны. Это считается диетический продукт. Поэтому вот так вот буду снимать, вам показывать. Еще купила кильку. Вот такая килька с овощами по-гавайски. Сейчас посмотрю, да, сейчас посмотрю чек. Килька по-гавайски вышла у меня на 81 рубль. Обязательно откроем ее в этом самом...
Очень вкусная, кстати. Представьте, килька уже как гарнир можно любой приготовить. Картошку, то все, и у вас уже килечка такая. 81 рубль. Рыба мне вышла, минтай, вот этот, который тушки, они мне вышли на 332 рубля, 185 рублей килограмм, вообще дешево. Ну, а вот этот минтай на 205 рублей. Вот это надо переложить сейчас в миску, а то я все запачкала. Ну, в общем, вот такие покупки. Подписывайтесь, я буду всем рада. А, еще купила девчонки в КБ попробовать грудинку за 139 рублей. Какая-то великолукская, я так понимаю, это у нас Псков. Псков, Великие Луки. Мне вообще очень нравится грудинка охотничья. Посмотрите, какая хорошая. Сейчас вот как раз на черненьком хлебушке сделаю бутербродики. Вот. И поем. Спасибо огромное за поддержку канала. Спасибо огромное за ваши лайки, за ваши комментарии, за донаты. Спасибо большое за то, что кто поделится в своих соцсетях моими рецептами. Это будет большая поддержка для меня. Всем огромное спасибо. Я всем очень-очень благодарна.